Сегодня мы получили техническое заключение по адресу Ясная 10. Техническое заключение нам готовил Государственный институт, это Днипроект реконструкции. По заключению Днипроект реконструкции, что касается данного адреса, в данный момент есть в техническом заключении проект по демонтажу стены, которая на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день будут проводиться работы по первоочередные работы по демонтажу этой стены, после чего после демонтажа будут проведены работы по укреплению торцевой стены данного дома, укрепления. Что касается левой стороны дома, в целом она находится по техническом заключении в удовлетворительном состоянии. После того, как мы проведем демонтаж правой стены аварийной на сегодняшний день и укрепим торцевую стену, будет возможность людей, которые проживают в левой стороне дома, вернуться в свои квартиры. Что касается причин обрушения данного дома, здесь повлияло много факторов и причин, так как и это ремонты квартир, которые проводили с жильцами данного дома без проектных документаций, без технической документации, так и давние протекания инженерных сетей в подвальном помещении. На сегодняшний день в санатории Имрия проживает 13 человек, это 5 семей с дома Ясная 10. У нас есть группа в Вайбере, в которой мы держим связь, контакт ежедневный. Каждый день мы общаемся, ведем переписку, я лично, с каждым из жильцов данного дома. Всю информацию, которой я владею ежедневно, поступает в эту группу, и люди ежедневно получают доступ к данной информации. По семьям, которые пострадали в результате обрушения, будет рассматриваться вопрос о расселении их временно в маневренный фонд.